проекте «Большая Евразия», наверное, надо понимать, что нам не надо делать выбор между Европой и Азией. Вот мы как раз действительно надо правильно сбалансировать систему наших партнеров, как Евразийского экономического союза. Причем, опять же, я вот в чем готова подискутировать с Александром Николаевичем, модель Евразийского экономического союза совсем не надо проецировать на Большую Евразию. Это абсолютно не нужно, поскольку модель Евразийского экономического союза – это серьезное интеграционное объединение с наднациональными органами, с достаточно жесткой внутренней дисциплиной, и эта модель приемлема не для всех. И совсем Евразийскому экономическому союзу не надо, об этом говорит опыт Европейского союза, пытаться расширить именно ореол своей интеграционной модели. Нам надо выстраивать сеть партнерств. Выстраивая сеть партнерств, опять же, я думаю, что самое разумное посмотреть на ту идею, которую выдвигал в свое время американский бизнес. Это идея партнерства транстихоокеанского и трансатлантического. Абсолютно разумная идея с точки зрения интересов, баланса для Соединенных Штатов и в Старом Свете, и в Новом. Мы, как Евразийский экономический союз, тоже будем работать с регионом АТР, второе наше восточное партнерство. Регион АТР, вовлеченный в это партнерство, естественно, уже вовлечен в партнерство с Соединенными Штатами. А земля-то крупная. И все это замкнется, вот этой сетью партнерств. И, соответственно, если каждый находится минимум в нескольких партнерствах, уровень договоренности достаточно похожий, то, по сути дела, мы приходим к некой такой универсальной экономической системе, сети партнерств, которые, по сути дела, и дают нам глобальное управление. Я лично считаю, что уже действительно можно откровенно говорить о том, что без глобального управления, то, что очень всегда критически называют мировое правительство, дальше эффективно мир развиваться не может. Кризис производственных отношений и производительных сил и конфликт, который там рождается, мы имеем налицо. Мы имеем действительно глобальную экономику на микроуровне, глобальные силы, но мы не умеем глобального управления. И сейчас у нас, конечно, у Евразийского экономического союза есть возможность хотя бы на пространстве Большой Евразии, по сути дела, запускать два равных партнерских процесса и сконструировать Большую Евразию, выстраивая отношения с Азиатско-Тихоокеанским регионом и выстраивая отношения с Европейским союзом. Для меня проект Большой Евразии – это не альтернатива проекту Большой Европы. Соответственно, что делает Евразийский экономический союз? Я сказала, нам не надо проецировать свою модель на других, нам надо искать новые. То есть, если у нас единое экономическое пространство, если у нас экономический союз, то мы должны выстраивать общее экономическое пространство, более гибкую модель, но достаточно эффективно. Конечно, у нас есть ключевые партнеры. Это ASEAN, это ШОС, и выстраивая взаимоотношения с этими региональными объединениями и их членами, мы, конечно, костяк этого большого евразийского партнерства, во всяком случае его азиатскую часть, можем создать. И в этом плане то, что мы делаем и в плане заключения соглашений по свободной торговле, и в плане заключения меморандума с большим количеством государств ASEAN и Шанхайской организации сотрудничества, достаточно сказать, что если говорить о свободной торговле, у нас треки Индия, Вьетнам уже завершился, Сингапур. Мы практически завершили соглашение с Китаем непреференциального характера. Мы имеем меморандумы о сотрудничестве с Камбоджей, с Монголией, готовы практически с Таиландом и с рядом других государств. Мы ведем переговоры с ASEAN и с ШОС по подписанию меморандума взаимодействия. Выстраивание вот этого – это, по сути дела, уже некая какая-то основа для нашего взаимодействия. Что в 2017 году по 2017 году ни один контейнер из Китая в Европу не прошел мимо российской территории. Ну, если говорить о сухопутном маршруте, да, не о морском. По сухопутному маршруту Казахстан, Россия остаются фактически сейчас являются монополистами транспортного сообщения между Восточной Азией и Европой. What we talk about? This is governing the Eurasian economic, Eurasian human space. Coming back to your question, I don't believe it. I don't believe that in the real strategies behind the... Почему мы говорим только про сотрудничество с Европейским Союзом, с Китаем? То есть мы, получается, мечемся между этими двумя центрами силы, а сами как бы
не позиционируем себя как независимую и равноправную такую организацию. Потому что каждый из этих объединений, Европейский Союз, да, там колоссальные объемы торговли с Соединенными Штатами, с Китаем, но у них есть четкий приоритет, это страны-члены. У Китая это при сотрудничестве с Америкой, с Европейским Союзом, они все-таки ориентированы на Азию. И можно уже сегодня видеть, что Китай фактически поглощает страны, которые находятся в его соседстве, это Таиланд, Мьянма и другие государства. Вот по моему убеждению, может быть, эксперты согласятся или нет, мне кажется, Россия должна делать все-таки ставку на Евразийский Союз, на наши бывшие страны Советского Союза по одной простой причине. Потому что если мы вспомним историю, единственный раз, когда Советский Союз, точнее Россия, была сильнейшим государством, это было в союзе именно с нашими постсоветскими республиками. Спасибо. Следующий вопрос. Вот рука там, да, в конце зала. Да, пожалуйста. Владимир Егоров, директор по России компании «Фаста Капитал». Я хотел бы задать вопрос Ярославу Дмитриевичу касательно... Ну, я не знаю, кому-то этот вопрос может показаться слишком узким, слишком специальным, но мне кажется, что очень большой и в хорошем смысле соблазн использовать взаимодействие институтов развития, особенно на национальных институтах, для того, чтобы придать российским институтам развития некий импульс для поворота в проактивному взаимодействию с проектами, а не к реактивной работе, как вот это имеет место на сегодняшний день. Докладчики здесь очень хорошо докладывали, но здесь видится, что чисто механистический подход к созданию вот такого большого шелкового пути здесь прослеживается. А между тем, Евразийский регион – это пространство, населенное многими народами и культурами. Значит, здесь, наверное, нужно рассматривать и гуманитарный аспект этой проблемы, потому что иначе мы получим очень большой уровень напряженности в этом регионе. Спасибо большое. Ну, тем более, вы знаете, мне очень понравилось название телекомпании «Царьград». Как раз о том, о чем я говорила в начале. Вот проект у нас сейчас называем «Большая Евразия». Раньше можно было назвать «Большая Европа». Если у нас не получится, назовут «Большая Азия». К телекомпании «Царьград», наверное, можно было бы обращаться телекомпания «Константинополь» или телекомпания «Истамбул». Географически один и тот же город. Акценты только меняются. Соответственно, это действительно показывает, что на евразийском континенте мы все перемешались. И действительно, нам надо технологически собраться. В этом плане, может быть, мы не случайно просто не говорили о роли России, потому что мы считаем это уже пройденным этапом. То есть и все выступающие, когда я выступала, мы говорили о том, что точкой сборки Большой Евразии выступает не Россия. Выступает Евразийский экономический союз. То есть вот эту уже дискуссию мы прошли там лет 10-15 назад, когда было обсуждение, надо ли России развивать евразийский проект применительно к интеграционному проекту с ближайшими соседями или не надо. И мы эту дискуссию завершили, что да, обязательно надо, это наша опора, это наша сила, это наш первый этап, а дальше это будет та основа, та платформа, на которой мы будем выстраивать партнерские отношения. Поэтому мне кажется, что Россия много занимается Евразийским экономическим союзом. В этом году Россия у нас председательствует. Мы получили очень содержательное обращение председательской страны по повестке председательства, и меня лично очень порадовало, что там многие вещи говорят о развитии интеграции, о развитии на новые сферы, включая и гуманитарные, и образование, и так далее. Поэтому Россия этим занимается, и надо понимать, что сейчас, вот когда мы говорим о большом евразийском партнерстве, для того, чтобы оно стало успешным, России и Евразийскому союзу, его государству, надо решить две очень простые вещи. Первое, надо всячески углублять собственную интеграцию. Да, мы достигли достаточно высокого уровня интеграции, но это еще не предел, и это мы в самом начале. Для того, чтобы стать точкой сборки, нам надо каждый день
развивая свою интеграцию, втягивая в нее, в том числе и новые сферы, которые сейчас пока еще не дают. Потому что мир меняется, и действительно то, что мы раньше понимали, входит в состав его экономического союза, теперь это гораздо больше. То есть это первое обязательное условие. Нам надо внутреннюю цепку Евразийского экономического союза усиливать для того, чтобы мы могли как единый субъект выступать от этой точки сборки. А второе, нам уже как Евразийскому экономическому союзу надо выстраивать партнерские отношения и с Азиатско-Тихоокеанским регионом, и с Индией, и с Китаем, ШОС в целом с ASEAN, и с Европейским Союзом. При этом и на том, и на другом фланге, наверное, надо говорить об одном и том же, об общем экономическом пространстве. У нас есть эти карты, которые мы с европейцами делали, 18 диалогов, и техническое регулирование, и промышленные вопросы, и сельское хозяйство, чего там только нет. И вот если мы одновременно на двух этих треках, азиатском и европейском, будем вести, по сути дела, связанную работу, то тем самым мы и получим такое сбалансированное евразийское партнерство, где мы, как Евразийский Союз, включая России, являемся точкой приложения этой сборки. Большое спасибо. Александр Николаевич, на какие мысли вас навели вопросы из зала? Ну, я тоже начну с последнего, насчет гуманитарной компоненты. На самом деле, есть, как говорится, тяга, в том числе бизнеса, к тому, чтобы учитывать и религиозные, этнические, культурные сюжеты. Вот недавно в Гонконге, 3 года назад, возникла такая инициатива, называется «Международная палата шелкового пути». И туда вошли, по-моему, представители ассоциации бизнеса, торгово-промышленных палат, примерно 30 стран, если не больше уже. И когда начали создавать какие-то там комитеты, рабочие органы, то комитет по культуре оказался первым. Речь шла о том, чтобы там, где инвестиционные проекты требуют проработки длительной и так далее, начать уже, что называется, выстраивать какие-то сюжеты, которые объединяют сходу, что называется. Возникла тема, вдобавок к великому шелковому пути, который воспринимается больше как вот такой логистический, транспортно-логистический проект, восстановить проект Великого Чайного Пути, который бы воспринимался как вот приобщение всех там, к таким традициям, которые проникли с Востока в ту же Европу и так далее. Поэтому нельзя говорить о том, что гуманитарная культурная составляющая не принимается во внимание. Ну, тем более, что я уже говорил в своем выступлении, часто восточный менталитет требует того, чтобы его, как говорится, понять. Например, для того, чтобы было принято то или иное решение, надо не один год встречаться, смотреть глаза друг к другу и понимать, что у людей серьезные намерения, прежде чем будут приниматься те или иные решения. Поэтому сейчас мы в некотором смысле близки к тому, чтобы вот этот накопленный, так сказать, потенциал, в том числе общения, такого общения, основанного, может быть, и на таких, ну, если говорить на языке природы, фауны, флоры, ритуальные танцы какие-то были, сейчас можно переходить к действию, благодаря чему, может быть, и совместные дети появятся. Если говорить, мне кажется, что вот если говорить об институтах развития, Ярослав об этом Лисоволик сказал, что много соглашений подписано, на миллиарды даже рублей и так далее. Но, к сожалению, многие наши соглашения, ну, часто в рамках официальных визитов первых лиц, что нашего руководителя или руководителей соответствующей страны, или наоборот, обязательно надо подписать какое-то количество документов, большая часть которых это MOU, меморандум о взаимопонимании. Там цифры огромные, десятки миллиардов долларов и так далее, но проходит там год-другой, мы видим, что те же люди подписывают аналогичные документы. Еще более глубокое понимание. Еще более глубокое понимание наступает, видимо, поэтому, как есть понятие, не просто VIP, а VVIP, да? Очень-очень важные персоны, так и здесь очень глубокое понимание, и документы это фиксируют.
Безусловно, это дань, наверное, ну, чисто протокольно-политическому такому характеру. Мне кажется, что иногда это девальвация происходит реального продвижения, такого проектно-прагматического продвижения. Как учил нас один вождь, лучше меньше, да лучше. Все-таки пора уже переходить действительно к контрактам каким-то, соглашениям, и пусть будет не там 10-20, а 2-3-4-5, но реально продвигающих нас. Кстати, мы недостаточно используем возможности международных банков развития. Ну, в частности, какие позиции занимает Российская Федерация в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций? Не ключевые. Англичане более важные позиции занимают, если я не ошибаюсь, в этом банке, и они как бы определяют, какой проект двигать или нет. Это позиция, по-моему, первого вице-президента. В равной степени и новый банк развития. Ну, у меня такое ощущение, что российское представительство там больше носит протокольный такой представительский характер. А туда надо идти с проектами и продвигать через международные структуры проекты, частью которых является Российская Федерация, это прежде всего и энергетические проекты, и транспортные, и цифровые. Я напомню, что на позапрошлом или прошлом, ну, по-моему, в 2016 году президент Путин на Восточном экономическом форуме предложил идею колец, больших евразийских интеграционных колец энергетического, транспортного и телекоммуникационно-цифрового. Вот, собственно, чем должны заниматься и институты развития национальные, и, самое главное, международные институты развития. И здесь, мне кажется, роль России должна быть повышена. Что касается того вопроса Царьграда, почему бы нам не расширить территорию Евразийского экономического союза за счет бывших республик Советского Союза. Ну, на самом деле, евразийский проект, если судить и по официальным заявлениям, и по внутреннему пониманию, это не проект восстановления Советского Союза. Это проект действительно интеграции заинтересованных сторон. И ядро этого союза есть, я с Татьяной Дмитриевной полностью согласен, что нам надо укреплять вот это ядро, в том числе, чтобы сделать его точкой технологической сборки большого евразийского проекта. Но для этого нужно показывать преимущества этого нашего узкого, в данном случае, евразийского экономического проекта, Евразийского союза. К сожалению, они иногда не просматриваются отчетливо, именно поэтому некоторые члены Евразийского экономического союза, ну, скажем так, не торопятся идти до конца по интеграции тех или иных направлений, которые прописаны были в свое время даже при подписании договора с отсрочкой, так сказать, до 2025 года. Мы еще как бы в процессе достижения желаемых интеграционных связей. И, безусловно, очень важно, чтобы это не просто была такая временная отсрочка, а чтобы было понятно, что это движение к той цели, которая... достижение которой позволит всем сторонам получить реальные преимущества для бизнеса, для политики, геополитики в том числе. И параллельно действительно нужно выстраивать отношения и с Европейским Союзом, и с другими группировками Брейкшос, с ОСЕАН, и над двусторонними какими-то механизмами работы, типа зон свободной торговли или непреференциальные соглашения ЕАЭС и Китайской Народной Республики. Все эти возможности нужно использовать. У нас действительно, Татьяна Дмитриевна упомянула, появился термин, который сейчас, по-моему, наполнился содержанием, понятным всем заинтересованным сторонам, сопряжение. Сопряжение проекта «Один пояс, один путь» и проекта «Евразийской интеграции», нашей, скажем, евразийской интеграции, это вот тот способ, который сейчас как бы должен восприниматься как действительно технологическая сборка. И вот мне кажется, что
Если мы на одном из этих направлений получим результат, и вот здесь сопряжение является, по-моему, наиболее подходящим таким проектом сопряжения Шелкового пути с евразийской интеграцией, то будет понятно не только нам, но и остальным странам Большой Евразии, что действительно начался процесс технологической сборки. Ядром его является ЕАЭС. Большое спасибо. Андрей Георгиевич, вам... Да, я буду краток. Я так и знал, что все равно сведется к коммуникации. Так или иначе, понимаем, Александр Николаевич и вовсе потребовал повышения рождаемости на евразийском пространстве. Но это было прямо... В частях. Я не знаю, в каких частях повышается рождаемость, что вы, собственно, имеете в виду. Ну, а, конечно, она должна повышаться. Но здесь серьезно. Вот вопрос коммуникационный, которого я начал, больше упирая на деловую коммуникацию, он освоится еще вот к чему. Конечно же, мы здесь, скажем, в России, куда ближе к Европе. У нас огромное количество общих, фактически общих средств массовой информации. У нас даже есть общий канал Евроньюз. Может быть, не очень популярный, но какой-никакой. Паршивенький. Паршивенький, да. Нет, он хороший, просто небольшой, маленький, скромный канал. Вот, значит, но, тем не менее, в нашей прессе перепечатывают статьи из Запада. У нас работает куча журналистов там. И так далее, и тому подобное. То есть огромное... объем коммуникации, который нас связывает с Европой, куда плотнее, чем с Азией. А в евразийском пространстве ничего нет. Жизнь человека движется воображением. И там, где нет воображения, нет успеха, ни развития, ничего человеческого. Так вот, для того, чтобы воображать будущее Евразии, надо что-то о ней знать. Взаимное знание на евразийском пространстве очень низкое. Проведенные исследования показали, что общего понимания каких-то важнейших явлений, понятий, исторических дат между, скажем, русскими и китайцами совсем немного. Вот. А садусов и того меньше, при всей общности. Количество прессы, которое... Ну да, много сейчас китайских здесь журналистов, больше, чем прежде. Но все равно в общем объеме коммуникационного пространства, в общей его характеристике, в которой включены жители, скажем, российской территории, это, конечно, европеизированное, американизированное пространство. Я не говорю, что это плохо или хорошо, но евразийская история, конечно, в коммуникационном плане присутствует слабо. И в этом смысле я считаю, что если уж мы хотим развитие, хоть и тем более комитет культуры создали, то, конечно, надо думать о тех способах коммуникации, СМИ, взаимного общения, которое нам помогало бы. Совершенно заключение. Но ведь анекдот еще в том, что у нас даже во многих случаях нет общих соцсетей в силу ряда особенностей политики, которые проводят эти самые некоторые страны евразийского пространства, которые, конечно же, сознательно, я скажу, назовем сейчас своими именами, препятствуют этой коммуникации. Так что все впереди, будущее общения. Спасибо. Действительно, и наше сегодняшнее мероприятие было замечательным примером такого общения, познания и информации, и коммуникации. Я хотел поблагодарить от лица Валдайского клуба уважаемых выступающих и, безусловно, всех участников, и еще раз извиниться за такую плохо организованную модерацию. Большое спасибо всем. Спасибо, спасибо. Плоха она, скромность. От имени спикера очень многое поблагодарить модератора.